Добрый день, друзья. Учу Люську лазить. Давай, Люси. Так, ты не за меня цепляйся. Ты давай, я-то на подстраховке. Давай. Давай, держись. Нет. Держись. Кто тебя научит, если не я? Так, кыш, пчела. Уроки верхолазания по яблоньке. Да? Люсь, давай, давай, давай. Учись цепляться, потому что сидеть, у тебя должны быть руки. Ну, не падаем, держимся. Держимся. Пищим, не пищим. Давай, давай. Маташ. Вот такое чудо. Давай. Оп. Давай. Хватательный рефлекс. Никто не отменял? Люся. Любительница цветов. Ну, отпускай. Давай, давай. Хвостом бьет. Шурик тоже не хотел. Да. Тоже ему было сначала страшно. А ну пошли. Вон Шурик. Шанель. Мяу. Шанель, тебе доверяю. Да. Давай знакомиться. Оп, оп, оп. Шурик сразу. Шурику не очень. Ну. Ну-ну-ну. Лапы убирай. Шурик. Шурик, иди сюда. Иди, иди. Люся тут. Иди, давай. Давай, давай, давай. Ну. Угу. Непонятно, кто кого больше боится. Да? А что делать? Нет, ну Шурик явно проявляет интерес, но непонятно какой. Так, не буду тебя дразнить, не буду. Будем считать 1-0 в пользу Люси. Да? Ну, все, цветочки, да, ты моя звезда, да, ты моя звезда, все, ты спряталась, нравится ей. Запах, да? Ну что, будем считать, что первое у нас такой выход в свет, скажи. 1 глазюки, да? Люся, красотка ты. Ой, смотри. Ты же не можешь только дома сидеть. Ты должна витамин D получать. Да. Моя красота неземная, скажи. Вот такие мы, скажи, да.
без памперса. Вот такие мы, вот такой длинный-длинный хвост. Уже такая вон хорошая шерстка, да? Ну скажи, зубы у нас, оу, нижние, ничего, скажи. А верхние, скажи, плохие. И вообще, Олег Алексеевич посмотрел, Ольга Ивановна, Ляля, сказали, что она очень слабенькая. Поэтому, видно, мамка ее выкинула. Они именно гамадрилы отшвыривают. Не то, что она, допустим, бросает, да, а она берет в лапу и так ее бам на несколько метров. Да? Кстати, у меня такое ощущение было, что она просто хочет умертвить. Раз детеныш не жизнеспособный по ее меркам, значит, нужен новый детеныш, да? Скажи, у нас и человеческие мамы, скажи, тоже есть такие, как показала особенно эта зима. Но добрых людей гораздо больше. Все? Пошли домой? Первое знакомство состоялось с Шуриком и Шанель? Да.